Если кто-то не знает Мэйленд-звук, это саундчек, который перешел в концерт. Мы продолжаем. Thank you.
студент, глупцы, дорог. Так юность наш герой зевнет. Или кто сморозит глупость, потихоньку улизнет. Грёзы длятся лишь часов другой. Он не может быть самим собой, когда видит тебя. Помогите ему. Бля, я ошибся аккордом, это пиздец. Ну это просто невиданный фейл. Что вы смеетесь? Да, наверное, все. Да. Только сейчас не ошибись, пожалуйста. Только смотри, гармоника, да. Играй, но ни одной фальшивой. Не надо. Шамани, таинственная жизнь. Два часа в темном зале. На ладони тлеет горсточка огней. Город, где когда-то хотелось быть просто рядом. Пленка порвалась на две судьбы. Роли спасены, по ним мы катимся снова через мертвый город на последний сеанс на земле. Что поют под дождем. Душ стекает из печальных глаз по щекам самой красивой актрисы. Вылетает ты. В то время снаружи слепит белый день, а сломает, как вампиров, переулком темным в запасной двери. Там теплится мир, так рядом, рядом. Смотри, как могут быть
счастливы на экране те, что поют под дождем. Душ стекает из печальных глаз по щекам самой красивой актрисы. John Lennon. Это предыдущая. Я про предыдущую песню. Тихо, спокойно. Когда же ошибется Женя? Итак, рубрика кавер-версии наших... как это называется? Наших современников. Современников. Песня Макса Кубы «Сложение». Делай нас. Oh, come on. Минимум слов, пара желаний. Я не
тебе не стыдно. Новый ответ. Солнце жарит, дождь простужен. Скажи мне, может, я тебе совсем не нужен. Минимум слов всего лишь пара желаний. Я не спешу, ведь я всегда опоздаю. Просто сонный таксист с переходами что-то будет внутри. Но как же все неохота. Минимум слов всего лишь пара желаний. Спасибо, что вы так терпеливо ждали, пока мы свои эти колобахи тащили на сцену. Мы молодцы! Мы молодцы, и мы продолжаем. Но... Питерская сцена! Давай! В монитор бы голоска, конечно. Вальс, можно танцевать. Начинайте. Ты назови те места, те цвета, где хотелось быть, хотел видеть. Просто дай мне слова прощанья, прощенья, как бы не так. Все назови страны, города, где мечтали жить, снова видеть. Взяла, полетела в те края, и бодр, и весел, как-то вот так. Yeah.
из меня человеком. Классные вальсирующие, ребята. Это мы нормально вальсируем. Да, я видел. Последняя? Да, последняя. А что? Нельзя спрашивать, блин, может, договаривались, что нельзя спрашивать, что мы играем. Чё? Окей, ребята, спасибо. Вы благодарные, терпеливые слушатели этого праздничного вечера, и мы хотим закончить концерт номером под названием «Электрическое тело». Мы называемся «Лензвук» и ждем вас на ближайших концертах. Например, послезавтра в Ионотеке. А, к сведению, Ионотека переехала, но в соседний двор. Я думаю, вы справитесь, если захотите нас увидеть. Лензвук, спасибо за внимание. Увидимся в Ионотеке. Еще. Нет, чтобы
35. Дурака, да? Ну, вы сумасшедшие, конечно. Что я могу сказать? Налажал в юношу, реабилитируйся. Не разрешили Нирвану сыграть. Ну, давайте сыграем. Мамы нет подолгу, к нему заглядывает старый друг, дурак с мемори. Мы напугаем друзей. Мы спрячемся в шкаф. We'll be right back.
Спасибо. Ленинградская.